вами Николай Пименко в проекте «Дата». Сегодня 27 ноября, день морской пехоты. В 1705 году Петр I издает указ о формировании первого полка морских солдат. До этого им была создана специальная команда из экипажа военного корабля «Орел», которая получила боевое крещение в схватке со шведами 27 ноября 1705 года. Также сегодня день оценщика в России, специалиста, который имеет право проводить изучение и подписывать отчет об оценке недвижимости, транспортных средств, оборудования предприятий, прав требования, работ и прочее. У родившихся в 1701 году рождается Андерс Цельсий, шведский астроном, геолог и метеоролог, создатель новой для своего времени шкалы для измерения температуры, впоследствии получивший его имя. В 1921 году родился Александр Дубчик, председатель Федеральной ассамблеи Чехословакии, участник словацкого движения сопротивления в годы Второй мировой войны и с 1967 по 1969 первый секретарь коммунистической партии. Именно он фактически стоял у начала кампании либерализации, которая получила название «Пражская весна». Против этого выступил СССР, и все это привело к советскому вторжению в Чехословакию в 1968 году. В 1939 году рождается Галина Польских, советская российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР. Некоторые фильмы: «Я шагаю по Москве», «Змеелов», «Человек с бульвара Капуцинов», «Любить по-русски». В 1942 году рождается Джимми Хендрикс, гениальный рок-гитарист, автор и певец. В 2009 году журнал «Тайм» называет его величайшим гитаристом всех времен. Широко признан как один из наиболее смелых и изобретательных виртуозов в истории рок-музыки. А в 1953 году родился Борис Гребенщиков, советский российский поэт, музыкант, композитор, певец, гитарист рок-группы «Аквариум», один из пионеров русской рок-музыки. В 1963 году родился Владимир Машков, советский российский актер и режиссер театра и кино, народный артист Российской Федерации. Ну а теперь о событиях этого дня. В 1702 году генерал-адмирал Головин, сподвижник Петра I, первым из русских удостаивается графского титула. Возвел его в это достоинство император Священной Римской империи Леопольд I. По примеру государей Западной Европы, с 1706 года графский титул стал давать и Петр I. Из его рук первым титула графа был удостоен полководец Борис Петрович Шереметьев. В 1730 году, во время пребывания царского двора в Москве, сенатом издается указ о сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей, который положил начало постоянному уличному освещению. Канцелярии было предписано по большим улицам в Кремле, Китай-городе, в Белом, Земляном и в Немецкой Слободе поставить на столбах стеклянные фонари в расстоянии 10 саженей один от другого по установленным образцам. В 1826 году Джон Окер, английский фармацевт из городка Стоктон-он-Тис, изобрел первые серные спички. Для их изготовления он использовал 3-дюймовую древесную щепу, покрытую бертолетовой солью, сульфидом сурьмы и гумиарабиком. Спичечная головка зажигалась при трении о тонкий слой наждачной бумаги. А в 1855 году шведский химик Йохан Лундстрем нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор в составе головки спички. Такие спички уже не приносили вреда здоровью, легко зажигались, а заранее приготовленную поверхность и практически не самовоспламенялись. Они, в общем-то, такими и дошли до нашего времени. В 1895 году Альфред Нобель пишет в Париже завещание, которое поместит в банк в Стокгольме. Когда спустя год он скончается, окажется, что изобретатель динамита на заработанные на нем средства учредил премии за достижения в области физики, химии, медицины и физиологии, литературы и за миротворческую деятельность, направленные на благо человечества. 1922 год. Впервые в денежном обращении появляются новые банкноты – советские червонцы. Этот банковский билет обеспечивался золотом и активами Государственного банка России. В обращение попали банкноты номиналом в 1, 3, 5, 10 и 25 червонцев. На знаках зафиксировано, что один червонец содержит 1 золотник 78,24 доли – это 8,6 грамма чистого золота, и что начало размена устанавливается особым правительственным актом. Одновременно с выпуском бумажных червонцев было принято решение о выпуске золотых червонцев в виде монет.
2005 год. Первая в истории медицины операция по трансплантации лица сделана командой хирургов Центральной клиники Амьенского университета во Франции во главе с профессором Девашелем и профессором Дюбинаром. Пациентка, 38-летняя француженка, полугодом ранее искусанная собственной собакой, лабрадором по кличке Таня. Животное пыталось разбудить хозяйку, принявшую суицидальную дозу снотворного. Изабель лишилась носа, губ, подбородка и практически утратила возможности есть и разговаривать. Хирурги пересадили пациентке лицевые ткани и мышцы, а также артерии и вены, взятые у донора, погибшей женщины. Удивительно, но уже через неделю она могла почти без проблем есть, пить и даже разговаривать. 2009 год. Крушение поезда «Невский экспресс». В 21 час 30 минут по московскому времени на 285-м километре линии Санкт-Петербург-Москва с рельсов сошли три последних вагона. Скорость состава в момент аварии составляла почти 200 км в час. Мощность взрывного устройства составила 7 килограммов в тротиловом эквиваленте. В «Невском экспрессе» были 682 человека. В результате теракта 28 человек погибло, более 90 раненых. Ну и последнее. 1940 год. В этот мир приходит Брюс Ли. Гонконгский американский киноактер, режиссер, сценарист, продюсер, постановщик боевых сцен и философ. Он является автором собственных методик тренировок и упражнений, ставших очень известными. Друзья радовались за него и не понимали, что происходит с их Брюсом. Он становится все мрачней, пристрастился к спиртному и часто повторял, что не проживет дольше 33 лет. А 33 ему должно было исполнится в ноябре 73-го. До ноября он не дожил 4 месяцев. В июне 73-го года талисман Ли, зеркальный человечек, стоявший на крыше его гонконгского дома и отгонявший от него злых духов, упал на землю. А 20 июля Брюс, работавший над ролью с актрисой Бетти Тингпей, занемог в номере гонконгского отеля, где она жила. Он принял аспирин, уснул и не проснулся. С вами был Николай Пивненко в проекте «Дата».